Мои красавицы, девушки всегда нарывали так красиво, чтобы встретить тебя, наряжали. Да. Тем более таких гостей, как ты. Ну что ж, я рада знакомству. Как тебя зовут? Галина Сисана Крачева. Давайте начнем с того, что вы расскажете. На самом деле, вы раньше жили на съемных квартирах, да? Да. А сейчас это ваше первое собственное жилье. Без ремонта, да, пока. Да. Пока без ремонта, да. Что планируете? Мы хотим... Ну, что-то такого хочется, роскошного, честно говоря. Надоело вот это евро, все, хочется уже где-то золотые ручки, где-то еще что-то, как бы пошло, может быть, это не казалось, но хочется шика какого-то. А кто будет заниматься дизайном вообще? А, я. Лера, да? Конечно, я считаю, что дома, уют дома, это женские дела. Тем более, у меня хорошо получается. Да, да, да. Я поняла, что на Лере лежит домашний быт, хозяйство, да? Да. Что делает у нас Пьер по дому? Оксан, он как раз готовит и занимается бытом. А я женские дела. Я женские дела. Я живу, знаешь. А вот он делает действительно женские дела. Вот даже мне белье стирает и гладит. Ничего себе. Да, я такой. Я готовлю, и я считаю, что ничего стильного нету. Я думаю, что мы еще убедимся, на самом деле, нам завтрак предстоит.